В общем, пришла вот такая вот маска с AliExpress. Сейчас я буду модернизировать свое пугало, своего Федора. Сейчас покажу на себе, как смотрится. Ну, смотрится, блин, пипец, как жутко. По крайней мере, кошки оценили. Оценили так, что дома не появляется уже часа три. Еще, походу, не скоро появится. Сейчас сниму вот эту маску. Если эта маска подойдет, то вот эту старую одену на свое второе пугало, оно там висит. Маска заняла свое положение. Закрепила я ее на вот такие вот саморезы маленькие. Маска резиновая. Три самореза в нижнюю часть. Вот так вот получается. Сейчас одену капюшон. Посмотрим. Вот так вот получается. Волосы пока не знаю, стоит убирать или нет вовнутрь. Посмотрим по ходу дела, как будут, как они поведут себя на ветру. Вот так вот. Вид уже все полностью законченный. Теперь алкашам точно в округе пиздец. Пугало прошло испытание ветром в течение лета. То есть уже август, уже осень на носу. Поэтому можно говорить о том, что пугало имеет место быть. Смотрится отлично, распугивает птиц, не только птиц. Осталось покрасить вот эту трубу, я ее сейчас покрашу в черный цвет, и пружину, на которой она стоит, тоже покрашу в черный цвет. Ну вот, теперь это получается мама, а это сынок. Тандем. Не, ну, блядь, если ночью увидеть такое, конечно, можно и навалить штаны. Это у меня второй, более маленький. По сравнению с первой. То есть вот его размер. Отношению к мамаше он, конечно, раза в полтора меньше.